Данный видеоролик сделан при поддержке моего второго канала, Darksly и HGMIDE. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как построить мини-игру хоккей в Lumber Tycoon 2. Идею мне подсказал вот этот вот человек. В принципе, я сам что-то подобное хотел построить. Ссылка на это видео есть в описании. Это то, что не вошло в основное видео про то, как достать ледяное дерево. Ну а мы приступаем к постройке. Ближе к концу видео будет часть, как играли на этом хоккее игроки. Также небольшой обзорчик его. Ну, в общем, а мы начинаем строить. Приятного тебе просмотра. Новых видео не было более 12 дней. Причину я писал в Дискорде. Также ты можешь видеть ее у себя на экране. У меня появилось новое рабочее место. Также у меня появился лайв-канал, на котором я выпустил небольшой обзор моего нового рабочего места. Ну а теперь, сможешь ли ты отгадать загадку? Ну а пока мы не начали, напиши свою версию в комментариях, как такое могло произойти. Ну а также ты можешь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а теперь мы точно приступаем к постройке этой мини-игры. Сначала нам надо выбрать место, где мы будем строить основание изо льда. В моем случае основание получилось 5 на 11 самых больших, но при этом тонких напольных плит. Дальше мы берем ледяное дерево и заполняем все эти чертежи, чтобы получилась однородная поверхность из ледяного дерева. Как только мы закончили делать основание, нам необходимо сделать бортик, чтобы шайба не вылетала за пределы катка. Ну а теперь мы берем и заполняем все эти чертежи любым деревом, в моем случае золотое. Спасибо ХГ Мига, или как там твой ник, за то, что дал мне это дерево. Ну а теперь мы приступаем к постройке механизма ворот. Ставим нужные плиты, как показано на экране. Дальше ставим лазер, он у нас будет запасным, если не сработают нажимные плиты. Ставим устройство, которое инвертирует из положительного в отрицательный сигнал. Дальше ставим фейерверк и все вместе это подключаем. Дальше я решил сделать вокруг ворот красный неоновый провод, чтобы было более заметно, куда попала шайба. И все это мы подключаем к основной системе ворот. Дальше я решил сделать неоновый провод вокруг бортика, чтобы было более красиво. Из-за того, что у меня не было похожих цветов, пришлось использовать оранжевый, желтый и под конец белый. Белый неоновый провод у нас показывает приблизительный центр этого катка. Также за кадром я подключил все эти неоновые провода к единому рычагу.
Ну, в общем, вот такой вот у нас хоккей получился. За кадрами подключил неоновые провода все. Вот такому вот рычагу. В общем, любой игрок берет любой топор. В основном это черный, я им раздам, если будет кто-то. Если видео еще там сколько там минут длится после этого, то, скорее всего, я пригласил некоторых игроков, чтобы они сыграли. Игроки берут и закидывают шайбу прямо в ворота. Тут сразу срабатывает и тратятся мои денежки. Ну, зато красиво. Но теперь мы приступаем к самой игре. Первый участник у нас креветка, который предложил эту идею. А второй у нас карасик. Если что, это участник моего сервера в Discord. Мы приступаем к первому раунду, и тут у нас забивает карасик. Всего лишь 5 секунд, и он уже забил. Быстро. Слишком быстро. Так, ну у нас начинается второй раунд, я скорее всего буду молчать, и будет какая-нибудь спокойненькая музыка. Но у нас победил креветка, счет 1-1, но и теперь третий раунд. Так, и вот он третий раунд. Как-то интересно все, тут эта шайба откинулась. Пока что креветка идет впереди, но карасик все же... О-о-о! И почти чуть-чуть не забил. Чуть-чуть. Тоже победит. Счет пока что 1-1, но опять в этот угол загнали. Придется им помогать. Угу. Так, ну и в итоге, кто же опять сейчас в угол забью, да? Или же нет? Ух, ну теперь в другой угол, как всегда. А нет, или же да? Ага. Оттащить или не оттащить, им помочь или же нет? Ладно, помогу. Угу. Так, так, так. И все. И первое место у нас занимает карасик, он получает 2 подарка и 5 глаз. Второе креветка. Он получает у нас 2 подарка и 3 глаза. Но теперь мы приступаем к самому конкурсу. Призы ты можешь видеть у себя. Первое место, второе место, третье место, четвертое место и пятое место. Все это решили вы в Дискорде. Условия ты можешь видеть у себя на экране. Сейчас ты можешь увидеть, как открыть подписки. Если что, это первое условие. Ну, в общем, на этом все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Всем удачи, всем пока.